Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале «Лимонадово счастье в мелочах». И сегодня я расскажу, как же сделать всеми любимый салат оливье, но только в постном варианте, но при этом с колбасой и запахом яиц. Да-да, вы не ослышались. Действительно, с колбасой и запахом вареных яиц. Но давайте по порядку. Для постного оливье нам потребуется практически все те же самые продукты, которые мы используем в классическом. Только вместо колбасы мы будем использовать постную, растительную колбасу. Раз уж сейчас продается постная колбаса, то, соответственно, найти постный майонез вообще не составит проблем. Есть два варианта. Классический постный и соус майонезный на основе соевого молока. Ну и что же нам придаст запах яиц? Конечно же, это черная индийская соль, которая будет пахнуть сероводородом. Именно она и придаст аромат вареных яиц. Постную колбасу, соевый майонез или просто классический постный майонез и также индийскую черную соль можно найти в магазинах здорового питания либо заказать на сайтах Wildberries, Озона. Ну что ж, нарезаем мелко все наши ингредиенты: вареный картофель, вареная морковь, добавляем горошек, соленые огурчики, колбаску нарезаем, добавляем майонез, все тщательно перемешиваем и подаем к столу. Это невероятно вкусно, ничем не отличить от настоящего классического оливье. Поэтому, друзья, если вам понравилось мое видео, то поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал.